Завтра его соперник Краснову. Бойцу 26 лет. Его рост 172 сантиметра, вес 66,3 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед. 4 поражения, 8 побед одержаны досрочно. Представляющий клуб Fight Masters из Донецка. Вот он, Александр Деркач. 29 мая прошел турнир UFC 36, который проходил в городе Казань, где я принимал участие. Гонка прошла более-менее хорошо. Я первый раз гонял в 66 килограмм. Ну, если брать по максимальной тяжести 100%, то где-то процентов на 70 это была гонка тяжелая. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо я согнал, но хотелось бы больше восстановить вес. Восстановил маловато веса, восстановил 5 килограмм. В следующий раз хотелось бы восстановить килограмм 7-8. Мне очень понравилась организация турнира. Очень мощный турнир, очень хорошо организован, очень хорошие условия. И я остался в восторге от своего дебюта и от участия. Поединок прошел по плану, который мы готовили. Мы собирались бороться и контролировать партеры, так как соперник ударник, и не хотели делать зарубу в стойке, решили сделать акцент на борьбе, и в принципе все пошло по плану. Соперник, можно сказать, не успел удивить меня, потому что все закончилось в первом раунде. Мы полностью сделали план, который готовили. Когда я перевел соперника в партер, я много дотрагивался рукой до его лица, контролировал рукой, потом бил, и получается вымазался рукой вазелин, была скользкая рука, и он срывал захват, и так как руки были скользкие, я не мог взять плотно захват и подержать. Поэтому с первого раза не получилось задушить. Поединок прошел без травм, так, пару микротравм, ну вообще незначительных. Я думаю, они буквально за 3-4 дня уже пройдут. Но пока я неделю отдохну, тренироваться не буду. Потом через недельку начну бегать, качаться по чуть-чуть, возвращаться в тренировочный процесс. В принципе, хотел бы подраться в сентябре месяце, чисто из-за того, что не хочу часто гонять вес, чтобы организм и шел постоянно на износ. Хочу отдохнуть месяца два и потом начать опять придерживать вес, гонять вес. Следующего соперника я хотел бы видеть Руслана Хисамудинова, который я должен был с ним встретиться в этом бою, но он травмировался, и на замену вышел Олег Петеримов. И следующий бой я хотел бы провести с Русланом, он провел 4 поединка в лиге, и мы под него готовились. И в ходе подготовки у меня поменялось пару соперников. Мы готовились на Руслана Хисамудинова, но он травмировался. Потом мне дали бойца из Таджикистана, он тоже травмировался. И повезло, что третий соперник вот также готовился, как и я, на этот турнир в этой же весовой категории. И у него тоже травмировался соперник. И получилось так, что нас свели, и ему хорошо, и мне хорошо, что мы оба готовились, хотели подраться в этом турнире, и так сложились звезды, что получилось, что мы сошлись в этом поединке. Хочу поблагодарить лигу Eagle FC и также наших спонсоров и партнеров, компанию MasterTor, Mostec, Trinity, за всестороннюю поддержку. Сделал себе такой великолепный подарок в день.